ele. Клыки. Ревность, ревность. Слышишь, один пришел, второй пришел. Вы сегодня в 7 утра поздравили меня раскатистым риком, когда я подошел. 6 утра. Вот. Как хорошо. Ты на самом есть, деле это счастье, когда вот такие 350-килограммовые машины с тобой подходят и нуждаются в твоей ласке. Да. Садись. Настроение общаться. Да, Люба, тебе привет. Он даже цветочки не видит, дорогая. Все нормально. Так. Ой, какие красивые розы. Сегодня хочется говорить самые добрые слова, самые маленькие пожелания. Со страху не то наговорит. Я бы хотела сказать небольшую просьбу, вашего позволения, чтобы он обязательно исполнил. Однажды ангел спросил у человека: хочешь, я покажу тебе всю твою жизнь? Я завтра буду. Конечно, хочу, сказал человек. Тогда ангел поднял его высоко-высоко над землей, и человек увидел всю свою жизнь. Это была огромная большая дорога, на которой было две пары ног, его и ангела. Долго смотрел человек на свой жизненный путь и вдруг увидел промежутки дороги, где была всего одна пара ног. Что это спросил человек? Он сказал ангелу: это были самые трудные дни в твоей жизни. И что же, ты меня бросил? Спросил человек. В это время мы не всегда рядом охранял ангел-спаситель, который был бы с вами и в радости, и в выгоде. Хотелось бы благополучие, процветание сафари-парку, потому что это Рыбной. Самая яркая, самая значимая жемчужина Крыма, которая у нас есть. Ой, сели на тебя, да? На тебя сели. Ой, большой. Ой. Вау! Вау! Хорош. Все, Олег, хватит, пожалуйста. Олежка, поехали! Еще ж только начало. Если бы не пошли паровозик, они обычно проходят там через... У него привычка была. Не, уже можно выезжать. Подожди, там еще кто-то идет. Поехали. Олег, покажите тут туалет. Туалет не будет пустом, здесь без проблем. Даже можешь с Альмом рядом сесть. Кто может лежать? Олег, вот там еще идет. Да-да. Он одного съест. У этого Краснодара. Вот они, настоящие живые. Сейчас вы уже нажмите. Вот к членам вот собрать собрание особый интерес. Потому что они, их, ваша грива напоминает львиную шикарную гриву. Говорит, какая девушка. С таким цветом волос. Представляете, да? Так, девочки, можно теперь следующие? Да, следующие, давайте. Да. А мы сфотографировались, да? Знаю, ну, давайте. Давайте. Не знаю, давайте. Не знаю. Да что ж такое?
Саш, снимай давай, иди сюда, Саш, снимай. Миш, снимите мне, пожалуйста, вот цвету Корсаков, они приказывают. Сашка, когда улыбаться? Девчонки, кто сфотографировался, отойдите. У меня ноги дрожат. Даня! Куда смотришь, Мишка? Отойдите, дайте людям сфотографироваться. Все насладились фотографиями с львами. Опа, тут немного драка начинается. Надо быть всегда осторожными с львами. Хоть они и дружные, но могут и поцарапать. Все. Смотрите, люди как радуются лесу. Смотрите, как играется. Сколько энергии, позитивчика. И все в парке львов Тайган. Ай, смотри, как маленький котенок. Ой, боже ты мой. Да ему надоело это уже все. Поехали дальше. Сядь прямо и все. Тебе удобно было. Во, началось, все, началось! Вожаки делят территорию. Начинает окружение львов происходить. Вот они. Покоряют всю территорию. Сзади меня живой лев бегает. Честно говоря, адреналин зашкаливает. Я хочу зайти в автобус. Как-то что-то все. Смотри, идем. Вон идет, Сандро, на крышу. Сзади, Сандро. Вот он. Аккуратно. Погладь! С одной рукой буду ходить. Если бы сейчас сюда пошел, вообще было веселье. Веселье, да? Где? Красавчик. Не-не-не-не-не. Ты давай иди там, это, дерись. Как себя почувствовать?
Опа, опа, несется. Смотри, сейчас будет махач. Нет, да. Во, понеслась. Третий бежит. Они не убивают. Вот они, красавчик пришел. Готовится к бою. Надо льву уже вы нас снимаете, да, Леху нас снимать. Нет, он не даст, не ест. Что-то у нее голова болит. Как он обзвонил? Смотри, смотри, что делает, защищает ее. Это мне что-то знакомо. Да, мы никто не идем, не идем. Не идем, никто не претендует. Мальчики, не шевелите. Не надо. У них медовый месяц, не надо ношать. Да нет, это медовый год уже у них. Слушай, уже девочек, вы не подходите. Там никого нет, поэтому пойдем. Любовь страшная штука. Вчера успели на фотку. Ты же вчера с ним показывал. Ну да. Кто знал, что на улице? Рома, Рома прошел через нашу. Рома в первую кабинку. Вот так нас посетил Лев. Он нас любит. Как ваши ощущения? Вам через вас прошел Рома. Класс. Лучше не выходить. Ну нормально просто. Тогда придет. Лариса, сумку оставь, там документы. Не, ну я видел, он не раз. Даниэла, я уже увидел. Отойдите за своей красной юбкой. Ни одна кошка на это не может не среагировать. Ай, молодец! Лариса, тебе сказали документы оставить? Таня, отстань его туда! Вау! Выделёночек! Хороший! Какой красивый! Тут железяки, Ром, надо как-то их найти, да? Все! Никто никуда не лезет. Это ручной тормоз. А мне повезло. Как он лапы сложил, да? Как котенок. Рома, ты не откусишь ворков? Нет, Ром? Нет. Хорош. Сразу он всех лапы сложил. Чисто поржать. Вау. Ой, какой красивый. Мы отошли, Ром. Пойдем, идем сюда, идем. Идем. Вот как паровозик поедет, если ты между ними лежишь, скажи. Молодчи. Да, можно. Лена, давай. Вот так. Обратите на меня внимание, пожалуйста. Вот так, садись. Ближе. Ну, вот так вот близи. Так, не так, что далеко. Вот здесь, шаг вперед. Все, вот здесь. Все, и сели. Раз, два, три. Сели. Роб. Пишитесь, не бойтесь. Это заставка к фильму этого. Вау. Как Лев делает. Вау. Помните? Давай.
Марсельчик. И ты с камеры отвернулся немножко. Мама. Троица Олега будет. У меня же куча мама. Марсель. Ай, Марсель. А, получился первый трюк. Поймали льва за хвост. Я с ним была. Ботинки съел. Да у тебя ушел! Вот он какой красивый и мощный. Миллениум Клабу большой привет. Я обещал тебе, Саша, замурняк, что я тебе передам такой большой привет. Вот это привет. Не то, что Франция. Крым рулит, приезжай, друг. Меня он первым. С большим. Артем взял и выложил. Чего-чего? Когда в Марсель ты меня завалил. Да, ну так классно же. Нелепо едет. Внизу нашел самого маленького льва и решил на нем показать, какой он крутой. А вот он, побольше, красивый, мощный львец. Смотрите, о, Марсельчик. У тебя есть еще двухмесячный. Это кай, это просто супер. Ой, ты мой молодец. Хороший лап у тебя. Да. Это бомба. Вы хотите бомбы, их есть у меня. Давайте к нам. А что, отдыхать надо, радоваться. Нельзя же. Юлечка, иди. Давай, быстрее, быстрее, не сидя, давай, быстрее. На балконе. Здесь, ну, все нормально. Они его покорили. Семья вели ее гладить большого льва. Эй! Ай, молодцы. Писать не можно. Я поймал его за хвост. А что, не стоило? Не погладило, что ли? Потом еще говорят. Лапа не Только в этом парке можно на львах посидеть, погонять, половить, покайфовать, поцеловать. Пока лев занят. Вот они. Куда пошел? Куда пошел? Вот он. Вот еще. Нас окружили. Со всех сторон. Вот он еще один. Пересяду, чтобы показать всех окружающих. Вон там сзади, видите? Партизаны. Чип и Дейл. Тут это вот и Чип и Дейл, только здесь другие Чип и Дейл, которые сомневаюсь, что они помогут. Если кто-то будет нас есть. Помогут, когда гаечка придет. Видите, все на позитиве, весело. Круто. Львиное заключение. Ромчик! Люди хотят выйти, но не получается. Да вон сверху пускай руки подадут, да так вылезут. Зайти было проще. Да. Вход бесплатно. Выход. Ну останьтесь там жить. Он вас тут ждал очень долго. Если поехали. Первую девушку в красном выпускайте. Мы уже приготовились. Нет, Рома готов. По 100 баксов и всех я договорюсь. Тоники вперед. Вы что, камикадзе? Освобождение заложников. Хорошенькие, покажите очень видео.